Главное, что нет дождя или не сыпет снег. Нету никаких сугробов, и настроение от этого все равно хорошее, несмотря на пасмурную погоду. Я рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня едем с клиентом еще с одним. Вчера мы ездили, смотрели что-то чуть больше 4 миллионов, да? Сегодня будем смотреть еще сложнее. 3+, да, поэтому оставайтесь на канале, смотрите именно кому необходимо, допустим, самое-самое-самое доступное жилье. Я вам сразу скажу, что это будет плачевные квадратные метры, можете разбомбить все предложения в комментариях, это ваше право, но тем не менее такие цены. И цены здесь не от того, что раздули риэлторы, как многие об этом пишут в комментариях, не мы раздуваем цены, а стройки и, соответственно, власти, которые запрещают здесь строить. В том числе и жилые помещения, которые сейчас ужимают до 150 квадратных метров. Я не знаю, будет ли вообще застройщики в дальнейшем строить. На 150 квадратных метров надо еще и получить раздел. Это, ну, целый геморрой для застройщика. На самом деле, я думаю, что сейчас опять вернутся к каким-нибудь долям и так далее. Может быть, будут строить какие-то дома на двоих, может быть, просто частные дома. В принципе, посмотрим, что будет твориться с рынком. Ну а пока показывают то, что есть. Естественно, не на этапе какого-то строительства, чтобы это было с документами, законно и так далее. Поэтому оставайтесь на канале, жду ваших комментариев, поддержки и подпишитесь на канал обязательно. Едем мы сейчас в Блиново, забираем клиентов и будем что-то смотреть. Мы в Династии. Сейчас я вам покажу квартиру. 26 квадратных метров с балконом. При этом здесь прямой есть вид на море. Стоит эта квартира 3 300 000 рублей. И есть еще здесь доплата за газ 150. Это, конечно, не наш бюджет, но, тем не менее, для как альтернативы показать вам, да, что вид здесь есть на море. А недалеко у нас автобусная остановка, магазин «Магнит» 5 минут. В общем, это микрорайон Блиново. Трехэтажный вот такой дом клубного типа. С вот такой вот хорошей уже площадью. Не 20 квадратов. На первом этаже есть вариант совсем малышки, там 20 квадратных метров. Она стоит 3 миллиона. Вот, с доплатой за газ. Поэтому здесь вот такая вот есть возможность именно побольше, да, с двумя световыми точками, чтобы это была хорошая полноценная такая студия. Вот, и с балконом, и видом на море. Ребята, вас немножко дезинформировал. Почему? Потому что вот именно эта квартира будет с оплатой с газом 3300. То есть 3300, будет здесь еще газовый котел. Сейчас это все на этапе монтажа. Ну, в общем, тоже цена, в принципе, огонь. Если учесть, вычесть отсюда газ, доплата стандартная 150, там где-то 160 тысяч, то мы получаем 3150 за вот такую вот видовую квартиру с видом на море, с цивилизацией, с пешей доступностью до, в тихом районе до магазина, автобусной остановки, мясной лавки. Ну, в общем, в принципе, для жизни, для сдачи в аренду очень даже хороший вариант. ЖК «Военный», который расположен у нас в селе Черешня. Да, его начало. Здесь у нас транспортная развязка в сторону, получается, Красной Поляны. Этакая золотая середина между горнолыжным курортом и морем, да, но при этом относительная равнина. Это не гора, есть хорошая придомовая территория, посмотрите. То есть вот первый корпус, там все облагорожено, уже подъезд есть, парковка. Редкие, кстати, случаи, когда вот за такую дешевую цену, которую мы сейчас с вами рассмотрим, есть, в принципе, дом уже с документами и с вот такой большой придомовой территорией и с домом на равнине. Заходим мы в подъезд. Здесь уже, ну, какие-то определенные есть недоделки в виде потолка, к примеру, да, сейчас систему всю заводят. Вот, еще нужно сделать освещение, установили хорошие нормальные двери. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот, заходим мы вот в это помещение. Смотрите, угловая получается квартира, 31 квадратный метр. Ну, мне кажется, это максимально то, что мы можем сейчас для Сочи позволить. При этом она хорошо, так сказать, планируется, да. Есть и коридор. То есть вот здесь, допустим, есть возможность установить шкаф. Вот такая вот на первом этаже квартира. Статус жилое помещение 2 852 000 рублей, ребят.
При этом вот это, естественно, зона облагородится, можно как-то ей пользоваться, я думаю, что этот угол никому не нужен будет, да? Вот, есть тут еще и на четвертом этаже, но это мансардный этаж, я стараюсь их как бы особо не рекомендовать. К тому же здесь магазин вот рядышком, автобусная остановка вот она, то есть, в принципе, мы где-то в километрах, наверное, 6 от моря. И это самый такой бюджетный вариант за эти деньги, 2850. И сколько там у нас? 2 852 тысячи рублей. Еще один момент, то что здесь есть подача отопления от газовой котельной, горячая холодная вода, подача и обратки. Вот это, честно говоря, не знаю, пятый, что такое, напишите в комментариях. Вот, но при этом получается недорогие коммунальные будут платежи, в отличие от предложений, которые будут отапливать на электричестве. Но вы знаете, если студия какая-нибудь небольшая, там в 20 квадратных метров за эти деньги, то электричеством вполне можно и отапливать, чтобы не мешался какой-нибудь там газовый, к примеру, котел. А что касается этого предложения, то, ну, тоже видите, и цена, и, соответственно, низкие коммунальные платежи в последующем. То есть это тоже очень хороший бонус. Правда, есть доплата 100 тысяч рублей, но тут надо уточнять, потому что это уже квартира не от застройщика, а от инвестора, поэтому если заинтересует кого-то, то я уточню этот момент. Проехали даже дальше, в сторону скайпарка, и приехали в жилой комплекс, который расположен на Ивановской. Вот это Молдовка, тот Каролина с вот такими вот красивыми видами на горы. А также у нас есть здесь детская игровая площадка, вокруг зелень, доступ есть к речке, то есть которая здесь у нас проходит, МЗИМ-то, да? И, соответственно, здесь недалеко автобусная остановка, то есть буквально вон там уже проходит основная улица Ивановская. Здесь у нас есть предложение до 3 миллионов рублей, потому что мы прям вот не хотим заходить за край, даже не 3,5 миллиона, а будем где-то 3,300, но это максимум, да, что-то рассматривать, поэтому если кто-то хотел прям побольше, 3,500, еще что-то узнавайте. А первый этаж, вот такие вот с отдельным входом, мы сейчас посмотрим, что вообще есть, и вам покажем. На втором этаже у нас двухуровневые уже квартиры. Смотрите, 3,530, все-таки я вам покажу, что вот до этого мы были, да, в ЖК «Военном», как бы там можно было за 2,850, да, взять 30 квадратных метров, даже чуть больше. И, в принципе, здесь вот в этом комплексе тоже есть отопление от газовой котельной, тепловой счетчик поставили, холодная горячая вода, ну, все соответствует, да. И вот такая вот, такое жилое помещение, такая я квартира, такое жилое помещение, все время хочу их назвать квартирой, но меня всегда поправляет. То есть вот что мы можем взять за 25 квадратов. Если мы рассматривать будем 17 квадратов, 18 квадратов, они здесь есть, то как раз мы попадаем в 2400 примерно. Пойдемте глянем, они вот следующие там. Как раз это вот такая малышка. Вот такое жилое помещение. Но вы должны это видеть, правильно? Вот что это. Некоторые там скажут, у меня там сарай больше, гараж больше, ребят. Ну вот такие малышки продаются, поэтому я вам показываю, а уже выбор за вами. Поэтому вот такая конкретно 2400 стоит. Студия небольшая. В таком вот месте на улице Ивановская. Вот мы зашли в подъезд на первом этаже с другой стороны. Здесь нормальная качественная дверь уже стоит. 26,3 квадрата. Вот она прям полноценная однокомнатная квартира. 3,685 по 140 тысяч рублей. Ребят, в Молдовке цены 140 за квадрат. Поэтому если я вам показывал, к примеру, Лазурной долине варианты, да, по 100, по 95, которые уже, кстати, ушли, их забронировали. Но мы доедем до Лазурной долины, я вам покажу на конечке хороший клубный дом, то есть их два корпуса, где тоже цены по 130, например, но при этом хорошая придомовая территория, лес и все остальное. То есть не хуже. И качество строительства там очень хорошее. Ну что, мы приехали в Лазурную долину. Вот такой вот комплекс. Два дома, получается, и здесь студийного типа. Некоторые называют его общагой, да, то есть там с одним окном, с балкончиком, да, все вот эти вот варианты. Вот, и придомовая территория здесь достаточно хорошая. Здесь вовсю уже идут ремонты. Слышите, как тут
штробят, что-то пилят, уже установили вот эту детскую игровую площадку. Зона, естественно, огорожена. Здесь вот парковка, кстати. Есть даже пандус. Естественно, все это будет с перилами еще установлено. И вот машин где-то примерно на 40, как заявляет застройщик, здесь будет возможность уже поставить. То есть на конечном автобусном маршруте Орел, Изумруд, Лазурные долины. Здесь есть предложение, ну, так сказать, начинаются они от 2800 с копейками, 2865. Это небольшие будут студии, 23 квадрата. Сейчас пойдем. Ну, давайте, здесь хоть и шумно, я вам еще раз покажу. Про этот комплекс я уже говорил. Здесь есть и пожарная безопасность, есть счетчики, да? Все как положено. Вот на втором этаже, чтобы в противоположную сторону у нас были варианты, вот такая вот студия вытянутой формы. Получается 24 квадрата. 3 миллиона 170 8000 рублей, но это солнечная сторона, это второй этаж. На третьем этаже сразу цена на 2000 за квадрат дороже. То есть вид у нас получается вот на такую придомовую территорию. Если еще будет зелень, ну, симпатично, красиво. Не дом в дом, хотя дом в дом есть по акции подешевле. Кому нужно, она дешевле будет 3 миллионов, уточняйте. Мы поднялись на третий этаж, очень шумно. Вот, я представляю, сколько здесь будет, конечно, ремонтов. Придется это пережить каким-то образом, да? Вот на третьем этаже уже нет такого, знаете, темноты, которая есть на первом этаже. Вон уже видите, как огораждают, так сказать, зону балкона. Уже там, видимо, ремонтик уже сделан. Вот, ну, облагороженная территория, видите. Есть где даже с колясочкой погулять. Отсюда уже можно видеть припаркованный автомобиль ваш. При этом цена 126 за квадрат. Квартира по акции будет стоить 2935. То, ребята, это уже, наверное, все варианты, которые я мог, наверное, предложить именно по Адлерскому району. Все меньше и меньше тают возможности купить что-то за 3 миллиона рублей. Кстати говоря, по Лазурной долине, знаете, я погорячился с ценой. Там уже цена поднялась на 5 тысяч за квадрат. Поэтому, когда я буду показывать видео и говорить, что цена такая-то, я все-таки скорректирую цену по-настоящему, потому что цены меняются каждый день, и маленькие предложения, которые доступны в 3 миллиона рублей, естественно, по цене за квадрат поднимаются. Ну, это все так сейчас застройщики, тем более, как я уже сказал, строить такие подобные клубные дома уже вряд ли будут. По 300 квадратных метров ограничивают строительство. Это говорит о том, что переходят многие застройщики на частные дома. Сейчас вот, кстати, со своей клиенткой и со вчерашней клиенткой, которая выбирала в бюджете до 4 миллионов рублей, обе, кстати, искали себе земельные участки в надежде, чтобы вложить как инвестиции. И я вам тут скажу, что здесь очень много подводных камней по поводу покупки земельного участка. Там очень есть ситуации такие, что вы сможете либо построить совсем крохотный дом, либо там будет зеленая зона, либо там вообще вам не выдадут разрешение на строительство. Поэтому уточняйте, этот вопрос очень серьезный. Вот, и я бы не рекомендовал сейчас абы какую землю покупать. Ее хорошо надо проверять. Поэтому вот из того, что они посмотрели по земельным участкам, все-таки определились, что надо что-то выбирать из каких-то там квартир, жилых помещений, чтобы что-то хотя бы сохранить свои деньги. И вы тоже можете успеть, если у вас все-таки уже наличные на руках, если вы продали свою недвижимость, не тяните время, потому что те варианты, которые я сегодня показываю, они, видите, становятся неактуальным, застройщики начинают цену поднимать, и, к сожалению, мы уже уходим от порога что-то купить за 3 миллиона, да, мы уже уходим от этого, мы уже хоть что-то бы купить за 4 миллиона, поэтому смотрите предыдущее видео, если вы не смотрели, мы там выбирали в бюджете что-то от 4 миллионов рублей. Подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, какой из вариантов, на ваш взгляд, более интересен в таком скромном бюджете, вот, напишите почему, интересно услышать тоже ваше мнение. Ждите новых обзоров. Не забудьте то, что мы в каждом жилом помещении сделаем ремонт. Тоже к нам обращайтесь. Всем удачи, всем пока.